К другим темам. С особой заботой. У хозяев домашних животных появилась возможность заранее побеспокоиться о здоровье своих питомцев. Врачи городской ветеринарной клиники впервые проводят акцию «Диспансеризация любимца». На профилактическом осмотре ветеринары помогут выявить любые заболевания на ранней стадии, предотвратить патологии, а также проведут консультацию. Первые четвероногие пациенты уже прошли обследование. За этим наблюдала наша съемочная группа. Слово Марине Кошмак. Ирина Пыжова привела любимицу Маню на очередной осмотр у ветврача. За здоровьем своей чистокровной красавицы следит хозяйка внимательно. На приеме в клинике девушке предложили пройти полное исследование здоровья ее кошки. У нас в ГБУ Новогойский центр ветеринарии стартует с 25 января по 25 декабря акция по сниженной цене, диспансеризация животных, в частности собаки и кошки. От такого предложения отказаться сложно. Для Пыжовых Маня – член семьи. Известно, что любой серьезной болезни предшествует невидимый глазу период, когда у животного наблюдается ослабление организма или нарушение некоторых его функций. Обычно владельцы замечают первые признаки недуга у своего питомца, когда заболевание значительно прогрессирует. Необходимо животным проходить диспансеризацию один раз в год для того, чтобы выявить скрытые патологии заболевания. И также животные, которых находятся на лечении или болеют, два раза в год диспансеризация для того, чтобы выявить состояние животного. Диспансеризация включает в себя осмотр домашнего любимца терапевтом и ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Животные проходят эту процедуру практически так же, как и люди. Как признаются ветеринары, многим четвероногим пациентам она даже нравится. В диспансеризацию входят и лабораторные исследования. Например, для того, чтобы узнать, есть ли заболевание или воспаление внутренних органов, используется экспресс-тест мочи. Позволяет выявить функцию, определить функцию работы почек, мочеполовой системы, воспалительные процессы в мочевом пузыре, в почках. Первоначально можно выявить прям почти на 90% циститы, вот такие вот несложные воспалительные процессы, уретриты и тому подобное. Этот тест занимает всего пару минут. На основании данных исследования врачи делают заключение о состоянии здоровья четвероногого друга, ставят точный диагноз и подбирают эффективное лечение животного. У нашей героини пушистой Мани никаких заболеваний не обнаружено. Можно выявить заболевания на ранних стадиях, сразу их диагностировать, соответственно, своевременно все начать лечить. И вот в этом вся прелесть диспансеризации. Ирине и ее кошке повезло, но есть животные, которые находятся в зоне риска. Это звери преклонного возраста или те, кто выздоравливает после стерилизации, кастрации или других операций. А также питомцы, имеющие хронические патологии. Для таких четвероногих диспансеризация просто необходима. Записаться на исследование может любой житель города, который неравнодушен к здоровью своего питомца. Узнать подробную информацию можно по телефону 23 78 54. Марина Кошмак, Давид Давидашвили, служба новостей «Импульс».